Приветствую на канале «Правильный выбор». Продолжаю серию обзоров про бытовую технику. Сегодня представляю стиральную машину LG F12 M7 NDS1. Поделиться своим мнением и задать вопросы вы можете в комментариях. Рекомендую вам подписаться на канал и активировать колокольчик, тогда вы не пропустите выход нового ролика. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Лайки после просмотра приветствуются. Узкая стиральная машина отличается относительно компактными размерами и может устанавливаться в помещениях с ограниченной площадью. Несмотря на габариты, устройство рассчитано на максимальную загрузку 6 кг. Цифровой дисплей модели позволяет визуализировать выбранные настройки. Управление устройством осуществляется при помощи кнопок и поворотного регулятора, посредством которого можно выбрать необходимый режим. В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам тканей и степени загрязнения белья. Новая технология Steam специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок плюс пар» с заботой о нежной и чувствительной коже. Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора. Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадают, уровень вибрации снижается до минимума. Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в Центр технической поддержки посредством телефона. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. По факту можно загрузить не более 4 кг. Нельзя поставить 30 или 50 градусов. Слегка воет при отжиме. Громко наливается вода в бак. Под определенным углом не видно букв на индикаторах. После нескольких лет использования требуется придавливать дверь, чтобы закрылся замок. Надо вручную прочищать забившийся порошок под резинкой барабана. Неполная блокировка управления от детей. Теперь перейдем к положительным. Тихая, отлично отстирывает. При отжиме не ездит по полу. Функция полоскания одежды в теплой воде. Удобный функционал. Можно при любой стирке выбирать температуру и количество оборотов. Удобное управление, понятное табло. Большая загрузка. Есть функция взвешивания белья. Отлично стирает. Наш обзор подошел к концу, надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также подпишитесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. Ссылки на магазины с лучшими ценами я оставил в описании. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».